Так. СГшка без армора. Мне кажется, честно, что порой да не мискликает, а специально покупает, забывая про армор. Убивает типа, вышел на Б-плент, тиммейт его выходит там на А-плент. То есть его сейчас в данный момент задача быстрее стянуться на А-плент. Причем делать это тихо и как бы спин пройти. Дэн. Что ты? Зачем ты вернулся, блять, на Б? С плюсом местоположения. Зачем ты кидает флешку? И как бы все, то есть, ну, на месте Дэна надо было продолжать пикать типа. Бля, он выиграл, конечно, раунд, но это полный трэш. То есть, у тебя чел с пачкой сидит в паласах, у тебя есть возможность выйти в спину оппоненту. Но что, зачем? Зачем было разворачиваться на Б-плент? Кстати, замечу, уже третья или четвертая игра идет в рамках, ну, на карте Мираж. А КТшникам как было по барабану на этот Б-сайт, так и осталось по барабану на Б-сайт. Пачка выпала в яме. Ситуация 2 в 4. Все печально. Есть инфа, что на шорте тип. Убивает типа на шорте. Что будет делать дальше? Так. Второй тип запушил. Минута времени еще есть у Дэна. Ждет, что его еще может кто-то запушить. Окей. Ну... Я бы, играя на сильверах, конечно же, предположил, что второй тип где-то тоже сидит на планте, но окей. Вот эти вот движения на пару, блин, пикселей, я не могу понять иногда Дэна. Убивает еще одного типа. Все, ну, тут такая ситуация, что теперь у КТшника есть преимущество по инфе. То есть Дэн-то не знает, где ласт. КТшник знает, откуда идет. То есть, ну... Если надо Дэну чекать все. Ну, Дэн, Дэн, блядь! Блядь. Ну, знаете, тут как бы похлопать, блядь, можно. Взят клатч 1 в 4, опять же, но... Опять же, внимательность, что у Дэна, что у КТшника нулевая. То есть, у КТшника, я не знаю, почему не начал даже близко по Дэну стрелять раньше, чем Дэн по нему. То есть, только когда Дэн уже зашел за ящик, ну, под ящик уже почти полностью, КТшник пострелял, Дэн на это обратил внимание. Пострелял в смог. И КТшники, после того, как били их тиммейта на Б-планте, сразу стягиваются на Б-сайт. Так, скинул пачку. Отлично, а нахуя? О, понял, что, блядь, он один в паласах. Ну, идет. Ну, тут как бы понятно, что вроде все съебались. Блять, так открыто ставить, конечно, это опасненько. Потому что чел мог шорта убить его. Ну ладно, тут. Чел просто топает уже у тетрисов. Блин. О, блин! Блять! Он начал дефузить такой, потом повернулся такой, о, привет! Сука! Да что с людьми не так, блять, на этом ранге, ёбаный в рот! Ну серьезно, что в его мозгу происходит, почему? Типа, да, окей, слышишь, как пачка начинает просто тикать, как не знаем а что. Но, блять, его тиммейта убили с КТ. Одного. Второго тоже, блядь. И ты просто сидишь диффузишь. Блядь, конечно, КТшник с таким дилеем выстрел сделал. Счет 9-6. У команды Дэна 2 бота. И они приходят за КТ. Ну, я думаю, где-то, может быть, пару раундов возьмут за КТ, но не более. Выиграть игру точно уже не навряд ли смогут.
Опять же, Б-сайт абсолютно пустой. Дэн занимает под паласами. Господи, на прошлом стриме я объяснял позиции на планте. Так, а что, где, где последний враг? Так, где же, где же? Так, так, я его нету, где же? Куда же он делся? О, возьму калаш, пожалуй. А, что, ой, точно, пачка же, блядь, на Б стоит, господи. Ну, уже просто... Чел просто так кидает хаешки, там, гранаты. Куда ты идешь, братан? Все, пачка не раздефал. Блядь, ну что? Это ж надо быть реально, блядь, просто умственно салом. Ну, серьезно, ты уже по времени проебал все, что можно, блядь. Пачка уже пришел на плент, тикает, как не знаем что. На кой черт ты идешь, блядь, ее пытаться дефьюзить? Алло, чел, у тебя нет диффузов, блядь? Она уже просто сейчас взорвется. Опять под паласами встает. Ты, господи, ну я ж тебе показал уйму позицию. Блядь. А Б-плент опять, блядь, пустой. Мид пустой. Просто 4 типа сидят на пленте. Как бы вот игра из выигрышной превращается в слитую. Потому что тиммейт какой-то тут дичь творили. Опять же, никого на Б-пленте, только один гордый бот. Ну, в принципе, ладно, недалеко я тут не ушел. Тиммейтов Дэн опять сливают, чел падает, спокойно убивает. Потому что Дэн стоит под паласами. Потому что это дефолтная позиция, и Дэн в ней уже 10-й раз становится. Ну, блять, ну нельзя вставать в одну и ту же позицию по миллион раз, блин. Ну, как бы, тебя один раз убили, все, чем ты стоишь еще туда раз? Ну, отлично, блять, вдвоем под пласт. Эх, заебумба. Оп. Ну вот какой раунд подряд уже? Ну вот где-то здесь он... 5-6 раундов подряд Дэн стоит под паласами. А нет, последний он тоже стоял. 7 подряд раундов. Из 7 он стоит под паласами. Ладно, смотрим еще один раунд. Причем, на прошлом стриме он хотя бы когда стал под паласом, он иногда менял позицию с тем, что он вставал еще у ящика. Блять, он опять лезет под палас. Дэн, алло, блять, на пленте есть миллион других позиций, ну хватит ты вставать, блядь, под ебаный под палас, блять, тебя, сука, убивает там уже какой раунд подряд. Я вообще на похуй запушил, блять, еще и паласы, блять. Так, убил типа, вышел, второго не перестрелял. Есть инфа, что вышли уже на плент. Кстати, типа в коннекторе с пачком может сейчас очень неплохо подловить. Если он, блядь, посмотрит. Так, минус 2 оформил. Должно быть понятно, что едем в окне, один слева топает. Блядь! Ой, блядь! Что? Кого, блядь? Какая же шара это залетела у Дэна? Ебать! Ему просто дико повезло. Он попал в типу последней пули в голову и еще остался на одном хп, блядь. Что, блядь? Кого? Такое не должно было выигрываться. И Дэн опять идет под паласы, твою мать. Мама, рази меня обратно, что творится, блядь. Тип вышел Тетрис, блядь, Дэн, блядь. Это вот называется, как выиграть раунд, а потом его заруинить. Встать под паласы, все. Вот для Дэна это я понял, это вот позиция, которая, за которой, блядь, раунды сливаются у КТшников, потому что импакта в этот момент от Дэна 0. То есть, ну, встань ты под паласы на чек выход с ямы, то есть, ну, у боксов, было бы все гораздо, блядь, лучше. Но Дэн, сука, стоит под паласами в глухую, все. А, ну под паласы, ну я понял, Дэн. Молодец, сейчас ты по своим паласами опять слежишь раунд, типа. Вышли яму. Окей, Дэн до сих пор стоит. Дается спокойно пройти типу с тетрисов в коннектор. Забайтил тебя сам своих тиммейтов. Все, Дэн, браво! Охуенная позиция, блядь. Пиздец, у меня жопа горит просто, блядь. Эта позиция под паласами просто похоронила большую часть раундов.